субботу в Самарской области ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Температура воздуха днем -1, -4 градуса, ночью -1, +1. Ветер южного, юго-западного направления, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, выпадет снег. Днем -1 градус, ночью +1. Юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде снега. Днем -1, ночью 1 градус выше 0. Ветер южного направления 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, вечером пройдет снег. Днем -2 градуса, ночью -1. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.